Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру Dead Space 2. Мы находимся в жилых комплексах, здесь, как вы слышите по звукам, которые раздаются из этих квартир, все плохо, просто отвратительно. Я не играл в игру несколько дней, но, насколько я помню, с нами связывалась какая-то симпатичная девушка и предложила нам добраться к башням. Ой, там ребенок. Короче говоря, нам нужно идти вперед, продвигаться через эти жилые помещения. И надо сказать, ничего хорошего в этом нет, потому что здесь просто какая-то чернуха. Кто-то плачет. Темно, как сами знаете у кого и как сами знаете где. Сыропровод. Умерла. Все плохо. У, блядь! Ой, блин, я не боюсь этой игры, но вот эти вот выпрыгивающие монстры, они такие до усрачки страшны. Я просто подпрыгиваю, потом понимаю, блин, что меня опять скримером напугали. И это печалит меня. Как так можно, блин, так дешево и так действенно пугать, а? Это как кто-то изысканно пугает атмосферой, там, чувством чего-то, что надвигается. Можно сравнить вот с многолетним вином, скажем, амнезию, либо с этиловым спиртом. И то бухаешь, результат будет один и тот же. В итоге напьешься и опьянеешь. Но одни делают это прямолинейно, как этиловый спирт. Ох, офигеть. Одни делают это изысканно, а другие с прямолинейностью молотка для забивания гвоздей. Но пугает временами. Бежит. Твою мать! Да достань ты уже до него! Блин, какой кошмар. Здесь кто-то не улетел, похоже, да? А вы представляете, сколько заразы выбирается с этого корабля, если учитывать, что... Я думаю, практически на каждом корабле, хотя бы по одному зараженному, все-таки есть. Ох уж это ваша реклама, а. Рюкзак полон. Безопасно звучит, РФГАВ. То есть правительство Земли. Комната Акведука. Вход запрещен. Окей. Вон он. Давно не виделись. Отлично. Блин, ну опыт не пропьешь. После первой части это все, конечно, довольно привычно, поэтому справляемся. Пойдемте соберем, что там с них выпало. Ничего хорошего. Деньги.
Уф, ладно. Так, куда у нас электричество сюда? Это у нас транзитная станция Галилея. О, ребята, тут кого-то рвали. Они, похоже, дверь открыть не могли, и тут их поймали. Некроморфы пришли оттуда. Да. Ох, что-то мне не нравится это все. Ой, блин, какая ты страшная собака. Офигеть. Это что было такое? Так, вот это мы, пожалуй, выкинем. Сообщение между станциями приостановлено. Это, по-моему, печально. Отмена, опоздание. Ладно. Ой, только не ты, а. Давай уже. Давай. Твою мать-то! Все, нет. Вот теперь точно все, да? Обмануть меня хотела скотина. Ну ладно, справились более-менее нормально. Уф, так, а в тебе что? Ничего. А, ну дротики эти дают, нафиг они мне нужны. Так, ладно, давай двигаем тогда отсюда. Здесь все плохо. Прости, нам с тобой не по пути. К сожалению. Плохая станция. Тут что-то совсем все как-то хреновато, надо отметить. Что-то я даже не замечаю, как у меня здоровье тратится. Где-то там, по милипизеру, как говорится. Так, надо вспомнить, как ты там работаешь-то. Так. Так. И вот так. Допустим, поехали. Твою мать. Я вашу движуху уже предвижу. Скотина.
Ну ладно, вроде живой. Хорошо. Еще есть желающие? Вроде спокойно, да? Замечательно. И что делать-то? А, все, понятно. Давай, 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 пошел. Допустим. Ну офигеть, да? Тихо, тихо. Это подло, по-моему, со спины нападать. Хотя, о чем я? Это ж некроморф. Ой-ой-ой, тихо. Ну офигеть. Ну замечательно. И чё? Ладно. Не пропадем, не пропадем. Вашу Машу. Ой, голенький. Тихо, тихо. Да вы шутите, что ли? Офигеть. Data, I need a new route. What happened? I thought we lost you. Unscheduled stop. Where am I? How did you end up there? Hang on. This won't be the most pleasant route, but it'll get you to the Cassini Towers residential sector. Damn it! Timon has the signal again. Keep moving. Okay. You're very important to them, Isaac. Hold tight. I'll contact you soon. Да уж. Офигеть. Вот это было дело. Просто разнесли к хренам тут все. Это, конечно, было. Ладно, это было круто. Просто круто. Но именно из таких моментов можно сказать, что... Подожди, это что такое? А, это лапа этого. Из таких моментов можно сказать, что Dead Space 2, он больше экшен, чем, собственно, хоррор. Но я ни о чем не жалею. По-моему, это было офигительно. Просто пробили крышу и влетели в этот склад. Офигеть. Импульсная винтовка. Ой, какое счастье. Так, что-то нужно выкинуть.
А, не, подожди, вот так. Хорошо. Прошли, по большему счету, все достаточно хорошо, без проблем. Так, и где же там моя винтовочка-то любимая? Денги, лапна. Еще денги, лапна. Это откуда звуки были? Фу, вот этот момент был, ребята. А, это эти твари, ненавижу. Если в Dead Space есть какая тварь, которую можно просто презирать, ненавидеть, то вот это как раз она. Ага. Притворюшка. Рота, подъем! Дважды притворюшка. Ты посмотри, он думает меня надурить, а? Давайте, пока он не видит, скажем ему, что вот это мы. Ну ладно. Больше не встанешь, я надеюсь. Пицца. Ненавижу этих тварей маленьких. Кто-то что-то тут прошиб. Следы на полу тоже не радует. Банкомат выключен. А, это билеты. Я думал, это банкомат. Сейчас, мне кажется, произойдет что-то нехорошее. Ой, нехорошо. Я уже в предвкушении. Ой, понеслась. Пошла моча по трубам. Идут. Да! А! Ой, уйди от меня! Да свали ты! In him, I keep seeing his face.
По-моему, парень просто полный псих. Вообще, без вариантов. Ну что ж, надо сказать, это первое наше знакомство с этими новыми детишками. И ввиду моего мега-скилла, оно прошло достаточно безболезненно. Про мега-скилл я пошутил, конечно. Но в целом некоторый опыт у нас, конечно, есть. Поэтому справились. Вообще просто мурашки по коже от этого места. Детский магазин, из которого толпами бегут дети-некроморфы. Так, вот ты, моя дорогая. Сколько ты стоишь? 7 тысяч? Окей. Это всякое четырье мы брать не будем. Так, подожди. Так. 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 И вот так. И в итоге мы имеем 6 силовых узлов. Замечательно. Так, ну-ка, винтовочка, прыгай мне в руки. Офигенно, как я по тебе соскучился. Тут она какая-то поменьше, что ли, по сравнению с предыдущей частью. Или потоньше. Не знаю, короче говоря, теперь у нас есть любимое оружие. Это, по-моему, хорошо. Так, ладно, двигаемся дальше. Супер. Hey Dana, there's this crazy guy that keeps contacting me. I saw him back at the hospital. Nolan Strauss. He was a patient in the project, just like you. Yeah? Well, why was he there? What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Okay, I'll be careful. Психопат, говоришь? Похоже на то. Нормальные такие экраны. Это точки заражения? А, это эвакуационные точки, понятно. Так, ну ладно. Титан, часть вторая. История объединенной гильдии космопроходцев. Покорение Луны, часть вторая из двух. Для изучения сейсмической активности спутника и подготовки к разработке ресурсов на Титане была основана обширная колония. Орбитальная платформа, с борта которой проводились все операции на спутнике, по праву может считаться первым прототипом планетарного потрошителя. Титан был успешно выпотрошен и переработан с небольшим отставанием от графика. Успех был крайне положительно встречен на Земле, население которое искренне полагало, что вымирание человечества из-за нехватки ресурсов неминуемо. Титан был практически полностью переработан, нетронутым остался лишь небольшой участок, на котором была расположена колония. Однако именно он лег в основу аэропланетарных потрошителей. Увеличившееся в своих размерах поселение превратилось в важный исследовательский центр, а с появлением гипердвигателя в точку отправки для всех добывающих операций вне границ нашей системы. Колония вскоре получила неофициальное название Мегалополис, который используется и по сей день. То есть от этого огромного спутника Юпитера остался вот этот небольшой клочок, на котором, собственно, и находится эта колония. Лысина. Название для парикмахерской просто прекрасное. Да, оно офигительное. Офигительный город. Офигительные вещи, офигительные цены. Это, видимо, реклама магазинчика. По-моему, есть какие-то ачивменты, если вот этим голову отстреливать. И... если я не ошибаюсь.
Ну, не в моем случае, конечно. Левитация. Превосходный сон. Ну да, сон, что надо. Свидание. Найди свой мир. Спроси нас как. Раскрой свой потенциал. Спроси у нас как. Люди. Причина. Так, что это такое? По пути Альтмана. Обращение к последователям Майкла Альтмана. Дети обелиска, чаша нашего терпения переполнена. Комитет не прекращает своих подлых атак, грубо нарушая наше право молиться так, как мы считаем нужным. Продолжительность служб в нашей церкви была урезана. Пожарная охрана ограничила число прихожан, присутствующих на молебнах. Нас заставили выпрашивать разрешение для распространения религиозной литературы. Все это плохо скрытые попытки заглушить правду. Нашу правду. И попытки совершенно безуспешные. Нечестивый, недальновидный, безответственный и безнадежный путь, которым нас пытается вести комитет, оканчивается тупиком. Тупиком, из которого может вывести лишь юнитология. Тупиком, который некогда предвидел Альтман и поручил нам священную миссию стать поводырями к свету. Приготовьтесь, братья и сестры. Воссоединение грядет. Здесь его называют Альтманом. В предыдущей серии, то есть первой, его называли Атманом. Определились бы уже наши господа локализаторы. Раз. Два. Три. Элементарно. Ладно, все нормально. Мы, похоже, пришли. Dana, I thought you were routing me to residential. This looks like a unitology recruitment center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. Окей. Центр вербовки. Замечательно. Раскрой свой потенциал. Вырасти свое собственное будущее. Отчет о вербовке Перри Гиба приближенный. Десятинный статус, полная доля. За последние несколько недель объем наших вербовочных операций значительно снизился. Безусловно, это результат клеветнической кампании комитета, который выставляет нас в прессе в качестве авантюристов и бунтовщиков. Регенты церквей Венерианского Вейпорта и обсерватории Гелиопаузы намерены сделать заявление в конце этой недели. Это будет стратегически верно. Дополнительные средства на информационное противодействие будут направлены отделу по связям с общественностью. К сожалению, увольнение среди сотрудников CSC негативно отражается на наших целях, и по сравнению с прошлым годом недобор составляет около 30%. Гибо, конец сообщения. Да, что-то у нас, похоже, определенные трения присутствовали между церковью и земным правительством. Иди к свету. Свобода. Промывают мозги. Давай, до свидания. Нормально получилось. Твою мать. Вроде спокойно, да? О, какая пакость, ты посмотри. Oh.
50 патронов всего вмещается в винтовку, это непорядок. Ладно, живой более-менее. Ответы все внутри. Да, здесь, похоже, народ ожидал, когда им начнут промывать мозги. Саентологи. То есть юнитологи. Сектанты, короче говоря. Модели Шимуры. Прям как на корабле. Брать не хочет. Они тоже, смотри, себе лица все мешочками повязали, как на Ишимуре, в жилых отсеках. Так, туда ребята вышли. Офигеть, Давид какой. Так, ну ладно, надо уходить отсюда. Да, как-то вот по ощущениям Айзек в этой части подвижнее стал. При этом я не могу сказать, что это хорошо. В первой части он таким натурально этим амбалом воспринимался. А здесь простой мужчина средних лет. Плохое место. Там мигает. Окей. Хорошо. Сколько патронов на плазму дают, а? Это же офигеть. Учитывая, что мне нужно на винтовку. Okay. Whoever sees this, listen up. You can use kinesis to pull blades off dead ones and shoot back at them. Watch. Watch. Ну это мы знаем. Прощай, парниша. Вот и он, истек кровью. Блин, по новому пошло. Закрыто. Стазис, напоминание. Двигатель в стазисе – это безопасный двигатель. Диспетчерская. Отлично. Офигеть. И чё, как оно? А, во, понятно. О, нифига.
Так, все выключили, теперь мы можем пройти в это помещение, нам нужно возвращаться назад, похоже. Но этим мы займемся, я думаю, в следующей серии. Игрушка, по-моему, просто офигительная. Очень хорошо проработан, этот поршень вообще какой-то просто офигенный. Ну, короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.